С 26 по 30 апреля в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет прием граждан пожилого возраста по социально-правовым вопросам при участии депутатов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, а также представителей профильных министерств и ведомств. Прием граждан пройдет в онлайн-формате посредством телефонной связи Viber, WhatsApp или Skype. Телефон для справок и предварительной записи 32. 65 75.